Вот, Валерий Константинович, прививал ваш абрикос на сливу. Ну, как вы говорите, вроде как на второй этаж. Вот один, поздний Филиппова. Вот тут вот еще один, Мичуринский. А вот этот я не помню, не подписывал я. Вот этот, Королевский. Вот они, место прививки. Посмотрите, какие огромные приросты всего за один сезон. Вот оно это. Вишня с генами черешни я привил тут. Все прививал на сливу. Так, яблоки сейчас покажу. Привил я их, испытывал. Там на яблоньках у меня отдельно привито. А вот это я привил на этот. Как же он? Боярышник. Вот белый налив. Вот место прививки. В 5 сантиметрах, как вы учили, от земли. И бельфер китайка. Вот они тоже привиты. Вот два сорта тоже. Рост. Ну, с меня ростом они вымахали. Вот, посмотрите, рост у меня 1,75 м. За один сезон. Вот так.